Вдохновили на творчество, настроили на праздник. Наша телекомпания почти месяц назад запустила акцию и предложила маленьким краснодарцам создавать в своих семьях, кружках и школах новогодние игрушки. Поделками мы украсим муниципальный концертный зал, где в самые волшебные дни в году они будут радовать зрителей. К нам присоединились ребята из Центра детского творчества «Прикубанский». Здесь занимаются более полусотни детишек. Они из лент и бусин создали простые, но удивительно красивые украшения. Сейчас мы очень активно готовимся к Новому году. Каждый кружок, в каждом кружке делаются поделки. Это и снежинки. Если бисероплетение, то снежинка из бисероплетения, из бисера. Рисование, вот у нас там вы видели, например, собачки, которую можно, этот рисунок можно положить под елочку, там будет собачка с подарком. Мы здесь на вышивке лентами, например, мы вышиваем, да. Но к Новому году мы решили сделать вот такие вот именные елочки, где девочки подписали их все. Вот, их можно сделать разного цвета. И вот такие елочки мы хотим подарить вам, вашему каналу. Для ребят это и поделка, сделанная своими руками, и настоящая сказка. Моя елочка под Новый год всегда дарит счастье и веселье в каждую семью. У моей бабушки была собака. Она на каждый Новый год грустила. Но когда мы приехали к бабушке, она увидела эту маленькую прекрасную елочку и сразу стала счастливой. Моя тетя живет очень далеко, и я ей хочу на Новый год подарить елочку, чтобы она всегда вспоминала меня, когда меня нету. Моя елочка исполняет желание в Новый год и дарит всем веселье. Если вы хотите присоединиться, приносите свои елочные украшения к нам в редакцию по адресу улица Северная, 279. Неважно, будут это шары или гирлянды, главное, чтобы при их изготовлении вам очень хотелось подарить радость другим. А мы это желание обязательно исполним, разместив игрушки на елке в муниципальном концертном зале.